Этот высокий бюст великого героя теперь будет украшать двор Новокулинской средней школы номер 2. Для села это почетно, отрадно и приятно, утверждают собравшиеся в один голос. Место для установки скульптуры выбрано не случайно. Школа носит имя дважды героя Советского Союза, летчика-испытателя Амитхана Султана. Амитхан действительно очень великий герой, и я очень рада, что именно у нас в селе проходит такое ответственное мероприятие. Мы очень долго, тщательно готовились, и надеюсь, все пройдет хорошо. Ну, я думаю, что Амитхан Султан был достоин этого памятника. Он был честным, добрым. Все эти люди собрались не просто так. Значит, он был этого достоин. Торжественное мероприятие посетил и в Рио главы Республики Дагестан Сергей Миликов. По его словам, Амитхан Султан стал воплощением мужества и самопожертвования ради спасения Отечества. За свою короткую жизнь молодой герой совершил немало подвигов. Лично сбил 30 самолетов противника, всего провел в небе более 4000 часов, совершил 603 боевых вылета. Подметил он и связь между бойцом современности Хабибом Нурмагомедовым и героем минувших лет Амитханом Султаном. Именно такие люди являются воплощением мужества и героического духа нашего народа. И вчера мы были свидетелями еще одной победы. Наш с вами земляк Хабиб победил в очередном поединке. Мне кажется, здесь есть прямая связь тех людей, которые являются настоящими бойцами и настоящими патриотами нашей республики. Среди собравшихся глава Новолакского района, местные жители и родственники трагически погибшего героя. Для последних установка бюста особенно важна. По словам родственников погибшего, Амитхан Султан является для них не только героем, но и символом дружбы народов. В нашей семье всегда говорили о личности нашего известного земляка, нашего родственника Амитхана Султана. Нас учили быть похожим на него. Мой отец носит имя Амитхан Султана. Поэтому, безусловно, мы очень горды, что у нас такой прославленный родственник. Мы очень горды, что этот человек объединяет не только, скажем, дагестанские народы, но и народы крымских татар. Как уже здесь прозвучало, на самом деле славы этого человека хватит на всю Россию. Мой дед и Амитхан, они лежат рядом на одном кладбище в Москве. Мне вот уже 50 лет. 50 лет каждый год, 9 мая, мы всей семьей приходим на могилу к нашему деду, и потом проходим всегда мимо могилы Амитхана, возлагаем цветы. В завершении мероприятия в Рио главы Республики Дагестан осмотрел Новокулинскую среднюю школу номер 2. Она построена здесь в 2012 году и названа в честь легендарного летчика как вечная память о безграничном героизме Амитхана Султана. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Новолакский район.